Вот родные стены школы. Борис приехал на родину, где он прожил всю свою сознательную жизнь. До 25 лет. Есть ностальгия по стенам школы? Нет, нет. Возможно, какая-то маленькая есть. Вот там сад. Мы там в детстве картошку сажали. На практике? Нет, под стенами школы не курили. Стекла не разбивал? Нет, я примерно был троечник. Ух ты. Троечник-миллионер. Вот так вот. Вот этого не было. Миром правят троечники. Вот этих силовых аппаратов здесь не было. Это спортзал. Здесь где-то одноклассники жили рядом. До сих пор живут. Ну, правда, все не помолодели. Тоже по 40 лет. На этом заканчиваем репортаж.